Октябрь – второй месяц осени. Существует народная примета – теплый октябрь к морозной зиме. Стоит ли ждать тепла в октябре, рассказали синоптики «Казгидромет». В середине и во второй половине первой декады октября ожидается повышение температуры воздуха ночью до 2-7 градусов тепла, днем до 13-18 градусов. В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до 3-8, на востоке области 11 мороза, днем до 0,5 тепла, на севере области 3 мороза. Затем постепенное повышение температуры воздуха ночью до 1-6 тепла, днем до 6-11 тепла. В начале третьей декады на севере области ожидается понижение температуры до 18 градусов мороза. Средняя температура в этом месяце будет около климатической нормы на большей части Казахстана. Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы. Норма 22-35 миллиметров. Местами дождь ожидается во второй половине первой декады. Осадки, дождь, мокрый снег ожидается во второй и третьей декадах. Туман вероятен в конце первой, в середине второй декады. По словам синоптиков, гололед в этом месяце возможен в конце второй декады. Ветер 15-20 метров в секунду предполагается часто в течение всего месяца. Лаура Рагимова, Айнура Дасан, Адиль Нуржанов, служба новостей.